видишь, все, они садятся назад. Помани его, Димон. Бе. Слетай давай. На одном поле 10 лосей пасется. 3. Там 9, 10. А вот еще 11. А здесь косули. 1, 2, 3, 4, 5. Что за интересные рога у этого парня. Вот этого надо смотреть будет. Интересный очень. Аномальный. 6, 7, 8, 9, 10. Очень интересный парень. А вот и гуси. Друзья, всем привет. Ехал вот посмотреть на гусей. Сидит здесь на поле, вот там. Ну, пару сотен голов, может 300-400, примерно так. Приехал сегодня утром прорезондировать. Не знаю, уж получится на них нам поохотиться или нет. Поле очень сложное, все гладенькое. Карты здесь узкие, так что, скорее всего, уже будем копаться где-то на краю канавы, если будем на них охотиться. Вообще, конечно, поохотиться хочется. Сижу уже полчаса, почти не кричат. Вот так обычно себя гуменники ведут. Белолобые стая, нет-нет, все равно покрикивает. Да и когда просто вот лежишь, охотишься чучелами, зачастую стая гуменники просто пролетают, даже не отозвавшись. Ну, не интересуется, по крайней мере, у нас так. У нас очень он неконтактный гуменник в наших местах, и охота на него гораздо сложнее. Единственный такой вариант, это вот когда он летает на кормовое поле, конкретно вот сюда, он уже полетал, в идеале, чтобы он полетал несколько дней, чтобы он привык к этому полю, что его никто не трогает. И тогда он уже целенаправленно летит на это место, смотрит, что еще чучела какие-то стоят, свои вроде, и сразу заходит. С белолобом, конечно, договориться попроще, чем с гуменником. Там какая-то вроде типа лужи или что. Уже там и лежачие можно кинуть. А, это надо присутствовать. Хорошо, вот, тогда смотрите. Что я буду качать за руку. Пошли туда. О, меня под домом. Куда пошли? А эти откуда пошли? Так это тоже поднялись, они развернулись на круг. Да, полшись. Да, да. Это одна стая. Ну так смотри, куда их много. Ой, тут их хорошо. Тут их очень много. Я говорю, что тут... Тут их много, ребята. 500 штук это минимум. Там, конечно, было меньше. Вон, видишь, два штучки, он отходит. Они завтра прилетят с утра. Наверное. Единственное, да. Наверное. Видишь, все, они садятся назад. А что, они подняли? Не, ну они... Мне кажется, они вообще сейчас вот в ту болото пойдут, может, не? Вот эти да, они разлетаются туда-сюда. С утра оказалось штук 300, а оказалось больше 1000. В общем, так, мы решили сделать по-хитренькому, типа мы самые умные. Завтра не охотничий день, взять охот-тур. Но оказалось, что мы не только самые умные, тут еще есть ребята тоже. Короче, как получилось? Мы нашли гусей, ребята нашли гусей, и мы приехали в хозяйство брать охот-тур, и они приехали в хозяйство. Хорошо, что хоть вместе так получилось, и решили объединиться, и завтра будем охотиться вчетвером. Я, Димон, и вот товарищи уже наши новые по
по гусям, да, товарищи по гусям. По увлечению, да, скажем так. Так что сейчас пойдем на поле смотреть, где они там сидели, что там за поле. Вроде там какая-то трава. Будем думать, как маскироваться. В лежаках точно лежать не будем, потому что у ребят лежаков нету. Будем какие-то ямы копать, либо окоп в канаве. Ну, посмотрим. Что-то как-то будем маскироваться. Но карта там, по всей видимости, очень сложная, ровная, без всяких кустиков. Так, ребята, вот такое поле. Смотрите, как мы замаскировались. Вот здесь наши ямки. Вот взять плохо замаскировался, его видно. А меня вот здесь рядышком вообще не видно. Главное, чтобы гуси его не видели. Ну посмотрим, завтра посмотрим. Сейчас пока копали, то гуси летали очень хорошо над нами. Да. Снимаю какашки гусей. Я просто смотрю, что разной свежести. Есть такое уже совсем староватое. В ямке мы. Первая охота в этом году в яме. Утро расставились. Ждем гуся. Они покрикивают там-сям. По такое ощущение, что они на воду и не улетали. Где-то тут по лужам порассаживались. Ну, я думаю, как будет охота. Что... Первый налет, мы стрельнем, они все поулетают тут с этих соседних полей. Если нам повезет, они будут потихонечку возвращаться. Ну, а что будет, посмотрим. Вот Димончик. Ребята в соседних ямках вон уже спрятались. Вот сюда можно тоже одну палочку сунуть и будет вот так. Ну да, сейчас я. Что, пацаны, давайте бить. Куда рано? Блин, я что-то не зарядил в ствол. Ну, троху сбили. Рано начали стрелять, пацаны. Надо напускать на голову. Вот, наверное, штуки 4. Ну, все, короче, мужики, там не бьем далеко, ну, они же летели. О, гуси. Ага, низко идут. Справа. Да, сейчас, наверное, будем стрелять. Если найдут. Стороночка идут. Напускаем максимально. Да. Подожди. Давай, бьем. Красава последняя. 3 ток. 4. 4. Димон, смотри, сейчас налетя. А ну нормально, 4 нормально.
полем, Сережа. А Сережа молодец. Вон там ближе, я уже. Ну, сейчас я их позову. А где они? Я не вижу. Лево, лево, идут. Вот сейчас, если зайдут. Где они? Они направо пошли. О, сейчас вообще будет хорошо заходить. Да. Подожди, подожди, только не стреляй еще. Я вроде три. Вот это два моих, четко. Ну тут, возможно, и в одни стреляли. Ну, я вот этих два четко вел, бац-бац. Я не попал без того. Не попал? Похоже, мы в одних эти... О, патроны, патроны закончились в ружье. Я на 100%. Сейчас будем пить, подожди. Они там за спиной много крутят. Сейчас пару какую-нибудь. Ай, только зайдут. О, пара сзади находится. Низко, низко. Да, низко. О, пару давай. Давай, где? Не, это далеко. Да, не. Побили хоть эти? Да. Да, вон еще там стая большая. Вон тройка, видишь, сразу заходит. Низко. Ну да, можно сразу бить тройку. Давай. Нормально. Да не трать патроны, ё-моё. Давай, сейчас я за... Может, еще что-то налетел? Ну, надо посматривать за этими гусями, чтобы они далеко не... Ваня, посматривай за теми двумя. Всех забрали. Ему уже всю пёрочку взяли. Что? Всё пока неплохо складывается. Нет, дай, да? Как-то у тебя круг травой вниз, травой тебе на голову, Ваня. Всё, тихо, гуси уже близко. Всё, уже не трогай, ничего не делай. Ну, уже не шевелитесь. О, тройка впереди, деньги. Давай. Сейчас, наверное, иду. Блин, надо было в него еще раз стрелять. Я думал, он уже падает. Он уже падает, по-моему. Во-во. Пара, видишь, заходит? Ага, пара заходит, да. Пара твоя рабочая. Да, можно сразу бить. Сзади. Да. Нормально. Нормально вы, пацаны. Я стрелял, молодцы, да. Что-то сразу я уже... Ну, да. Что, сбегает старик за твоим гусем? Красавчик, опыт, на опыте сбил. Работаем.
Да. Да, потянул, блин. Да, ну, потянул. Я, если честно, думал, что он, бляха, падал. Отличная охота. Все нормально, все получается. Да. Значит, профессионалы собрались. Ну, ребята, без вас бы мы. Прикинь, мы сами тут поем. Красота. Да, Ваня. Одиночка ли? Тихонечко бы подобрали своих гусей. Надо было так сказать, мы бы тихонечко к ним подкрались, бля. По канаве. Хостур, знаешь, взял. Ну, чего-то убегает, или нет? Ворон, наверное, боится. По ворону один, знаешь, кто-то есть. Гуси где-то летят, не? Не видно. Козлик или? Да, козлик. Ну, все, заметь. Нормальный прикол. Помани его, Димон. Бе. Не-не, не кричи, пусть мы все смотрим. Ну. Там на боку. Какая-то грязь. Пусть я нахуй повернул. Слушай, вообще. Привет, друг. Посреди гусей ходит. Вот дурень вообще. На боку это он бодался, наверное, с кем-то. Что-то как рано, да. Да-да-да. Да-да. Началось. Пошла жара. Пошла жара у хаты. Нужно было бы вот этого хотя бы одного забрать перед тем, как стая налетит. Молодец. Он ниже стал. Троху ниже. Ну, ну плохо. Ну-ну-ну. Да, пускай налетит только над нами, а не стороной. Сзади. Только напускать на голову. Да, да, бо он на пределе. Красивенько. Первый гумяш. Первый гумяш. Ты в сторону канавы копаешь. Надо было добавлять, бо падал еще. Да, 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 падал не конкретно. Как тот. И здесь были пары. Да, пара прилетела. Пара, они разбились, один пошел туда вот сразу, а этот остался и начал крутить. Ну тот белолобый был, а этот гуменник, блядь. Ну с полем, парни, да. Потихонечку, помаленечку. По одному, по первого одному. Гумяша. Ну это не точно. Я бы сказал, это самка белолоба. Она так гагает, это самка белолоба, я думаю. Гумяш или белолобый? Ну, я же говорю. Ну. Так, серый гусь идет. Пропускай. Да. Блядь, даже что-то нахуй. Заходит или что? Ну, что-то закручивает. Да, бо он уже не будет. Я вот тебе говорю. Где он? Пробовать. Ага. Нет, высоко. Ух, нифига себе! Профессионально. Да. Профессионально. Я тоже тут. Шустрал. Ну. Вот это да, трофей. Ну, одиночка решили забрать. Так. Красавца. Еще так налетел. Красавец 100%. Смотри, какой.
Так. У меня, кстати, есть в машине весы, можно будет его поважить. Ну да, Серега, это тут крупный. 4 будет. О, поворачивает к нам. Ваня, твой, с твоей стороны. Ага. Давай, бей. Я в следующий раз тебя с собой на охоту. В твою сторону взял, повернулся, да? Уже падает, ёпта. Ну что, ребят, охота завершилась удачно. Смотрите. Смотрите. Да я и сам подсниму. Я всех вон посниму. Не без приключений, в конце пришлось немножко попихать УАЗик. Но в целом неплохо. Отличная охота, пока лучшая в этом сезоне. 28 гусей. С ребятами поохотились нормально, весело. Время провели, познакомились, поохотились. Короче, все удачно. Надо дружить друг с другом, охотники, а не ругаться с одного конца поля в другой, друг друга посылать. С нормальными охотниками охотиться. Надо дружить, все правильно. Козла видели, пришел прям, чуть скрадок не запрыгнул. Мы уже было дело, начали закрываться от него. Хорошо, что взяли охот-тур, потому что тут уже ездило товарищей. Завтра бы тут был аншлаг, я думаю. А так мы поохотились. 27 белолобых и один серый одиночка налетел. Сейчас соберем гусей, закопаем ямки, потому что уже здесь, я думаю, что охоты не будет. И все, и домой. Ямочки закапываем, чтобы потом не говорили, что ямки оставляем. Закапываем. Председатель, ладно, хрен с ним, тракторист. Ну, тракторист потом как выловит, переедет в этой яме в следующий раз. Отличная охота. Вот я посмолил, поскубал гусей в пушку. Хорошие гуси, в основном все крупные, молодежи очень мало было, так что еще, может быть, будет волна молодежи. Ну, я думаю, что на нашей местности, вообще, это получается у нас по весенней охоте рекорд, именно в нашем районе, как бы мы стреляли больше гусей, когда ездили по турам в другие области, а так это получается рекордная охота в наших угодьях. Очень положительное впечатление, все получилось хорошо замаскироваться, хорошо пускали гусей, ну, были неконтактные. В целом вы все видели, оценивайте видео, подписывайтесь на канал, увидимся в угодьях.